Почти 700 задержанных. В белорусской столице Минске силовики применяют силу к участникам протеста. В городе закрыты центральные станции метро. Мобильная связь работает с перебоями. Власти стянули в центр спецтехнику. Против мирных демонстрантов спецназовцы применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Протесты из-за несогласия с результатами президентских выборов продолжаются в Беларуси 99-й день. Демонстранты продолжают требовать отставки Лукашенко и новых честных выборов, освобождение политических заключенных и ответственности за избиения и пытки мирных протестующих. Слышны выстрелы и взрывы. Я